Мир изменился. Салат оливье больше не самое популярное блюдо на новогоднем столе россиян. Таковы данные последнего опроса. Интересно, подтвердят ли иркутяне эту статистику и что они предпочитают ставить на новогодний стол. Оливье. Оливье. Пельмени. Позы и пельмени. Обязательно оливье. И, наверное, что? Селедка под шубой. Оливье. Я люблю бутерброды с семгой. Крылышки маринуем. Оливье. Появляется больше оливье, чем рыба под шубой и так далее. Я улетаю в Таиланд, не знаю, что там будет. Салаты в основном едим. Холодец так есть. Салат из редьки. Картошечку с курицей. Наверное, гусь. Или шашлыки жарим. На природе? Почему, прямо у дома? В черте города? Да. У оливье, наверное. В этом году, наверное, гуся все-таки будем делать. Да все равно. Может, утка? Утка с яблоками? Может быть. Оливье. Стандартное оливье. Это самое дешевое, наверное, блюдо. Оливье. Конечно, и шуба. Потому что они праздничные, ассоциируются с Новым годом. Наверное, оливье, тушки и мандарины, да? Ну, наверное, как всегда, оливье. Потому что оно ассоциируется с домашним теплом, уютом, Новым годом, как традицией постоянной. А салат любите, оливье? Да. А почему? Ну, вкусный. Холодец, оливье. Ну, только, конечно, с курицей, не с колбасой. Оливье. Холодец, может быть. Необычное же. Ну, типа, обычное блюдо, но его на Новый год вряд ли едят, да? А наш опрос показал, что иркутяне – консерваторы и любят новогоднюю классику – салат оливье. Татьяна Замарацкая, Максим Юргин специально для утреннего коктейля. С наступающим!